отстранен от занимаемой должности. Об этом заявил главный тренер по боксу Александр Лебзяк. Он подчеркнул, что считает увольнение необоснованным и добавил, что уволили не только его, но и весь тренерский штаб. А также сказал, что никого в известность не поставили. Они сейчас находятся не в Москве, и никто из федерации с ними вообще не связывался. При этом президент Федерации бокса Борис Иванюженков заявил, что будущее Лебзяка окончательно не решено. А я напомню, что недавно прогремел громкий скандал, когда Александр Лебзяк сказал, что на Олимпиаду привезли пассажиров, а не борцов за медали. Принимали решение не вся страна, а там 5-7 человек. Во-первых, они нарушили устав, и люди, которые не были на Олимпийских играх, наши руководители, они принимают решение такое. Поэтому на сегодняшний день вся страна против. Сейчас пишут письма и на президента страны нашей, и на Минспорт, и на Олимпийский комитет. Меня должна снять конференция, но не кучка людей, которых к боксу никакого отношения не имеет.